Как зародилась наша Вселенная? Что ждет Солнечную систему в будущем? И главное, какова роль человечества в этом нескончаемом процессе жизни? На эти и другие вечные вопросы стремится ответить практически любой ученый-астрофизик. Александр Москвитин, старший научный сотрудник специальной астрофизической обсерватории, не исключение. Раскрыть тайну бытия он захотел еще ребенком, когда ему подарили книгу, навсегда определившую его судьбу. И вот уже 15 лет он занимается изучением сверхновых звезд и химических элементов, образующихся в результате их взрыва. Вселенная состоит из огромного количества всего. Из миллиардов и сотен миллиардов галактик, в каждой из которых сотни миллиардов звезд. И это все огромная такая вот реализация нашей Вселенной. Важно понять, что происходит на протяжении миллиардов лет и куда это все идет и как это все эволюционирует. Наблюдение за сверхновыми осуществляется с телескопов. Причем большая часть данных поступает не со знаменитого БТА, а с метрового CS-1000. Александр уверяет, что за одну ночь можно открыть до 10 новых сверхзвезд. Поэтому приходится распределять наблюдения за этими объектами между разными обсерваториями. И вот тут срабатывает единство научного сообщества, когда ученые со всего мира готовы обмениваться информацией, чтобы больше узнать о Вселенной. Данная работа возможна только в рамках международной коллаборации, потому что не только южные и северные объекты есть такое вот разделение, а есть необходимость также следить за состоянием объекта в течение ночи. И затем, когда у нас, допустим, ночь заканчивается, мы передаем эстафетную палочку следующим обсерваториям, которые следят за состоянием того же объекта. Безусловно, большую часть жизни Александр посвящает изучению звезд, но при этом не забывает ни о своей семье, ни об общественной деятельности. Нередко выступает на концертах, организованных в стенах обсерватории, лепит из глины, ходит в горы. В общем, интересный и разносторонний человек, которого очень ценят коллеги. Саша Москвитин – это один из наших лучших молодых сотрудников. Мало того, что он прекрасный ученый, он замечательно проводит экскурсии. Дети его просто обожают. Он настолько образно рассказывает о космических объектах, что все становится всем понятно. Кроме того, Саша очень творческая личность. Саша играет на музыкальных инструментах в составе ансамбля, который вот есть у нас в обсерватории. Александр Москвитин далеко не единственный молодой и талантливый ученый, ведущий научную деятельность в Карачаево-Черкесии. И это не может не радовать. Ведь пока среди нас есть люди, обладающие пытливым умом и жаждой открытий, у человечества остается шанс пробраться через тернии к звездам. Мадина Лайпанова, Роман Нагаев, Архыз 24.